В День города наша телерадиокомпания подарила северодвинцам уникальную возможность наблюдать за праздником в режиме реального времени. Весь день мы работали в прямом эфире. Корреспонденты дежурили на каждой из праздничных площадок. В эфире городского телевидения мы провели настоящий телемарафон. ТРК «Северодвинск» вещала на протяжении 6 часов. С часу дня до 7 вечера мы вышли в прямой эфир с праздничными выпусками «Вестника Северодвинска» 4 раза. Кроме того, на протяжении всего дня рассказывали о почетных жителях города в цикле передач «Ровесники Молотовска» и о крупнейших предприятиях, ими гордится Северодвинск. Организовали и трансляцию торжества в прямом эфире. Корреспонденты ТРК «Северодвинск» брали интервью у главных участников праздника на площади Победы. Всех жителей поздравляю с большим нашим праздником. Любите свой город. Валентина Павловна, спасибо большое. Напомним, что рядом со мной была Валентина Павловна Цыварева, ровесница Молотовска. Я еще хочу добавить, молодежь, любите свой город. Молодежь, не пишите на стенках, это такой позор. Полную версию праздничных трансляций, но уже в записи, вы можете увидеть и сейчас в группе ТРК «Северодвинск» в социальной сети ВКонтакте.